Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, народ, всем привет! И тут стало известно, что Asus привезет два новых гибридных планшета на IFA 2016. Гибридные планшеты Asus Transformer Mini и Transformer 3 Pro дебютировали в Европе и Японии. Asus Transformer Mini получил 10-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 точек. Процессор Intel Atom X5 Z8350 до 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ хранилища. На задней стороне устройства находится сканер отпечатка пальцев, что ничего себе круто! На гибридном ноуте сканер отпечатка пальцев. Это просто супер. Asus Transformer 3 Pro был оснащен 12-дюймовым экраном с разрешением 2880 на 1920 пикселей и процессором Intel Core i5 или i7 Skylake, а также до 16 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ оперативки. Ого! В качестве накопителя пользователю на выбор доступны SSD объемом до 128 гигабайт или 1 терабайта. При этом слот M2 можно добавить еще один диск до 512 гигабайт. Asus Transformer 3 Pro также оборудован 13 мегапикселей основной и 2 мегапиксельной фронтальной камерами. Цены на новинки пока что остаются неизвестными. Больше деталей об устройстве следует ожидать в ходе конференции IFA в Берлине. Так что с нетерпением ждем выставку. И подписываемся на канал, ставим лайки. Пока! Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.